Всем привет, с вами Артур, и сегодня у меня в ремонте BMW E92. Ремонт задней части. Машина прибыла ко мне уже с замененными крышкой багажника и фонарями, а также хороший целый бампер привезли. Итак, мне надо сделать. Вытянем заднюю панель. И это тоже. Подровнять ямку. Ладно, начинаем. Но сначала хочу представить канал нашего коллеги по ремонту кузова. Можете увидеть много интересного. Подписывайтесь на канал GT Auto Repair and Fame. Ссылка в описании. Итак, разбираю. Теперь тяну. С вытяжкой я закончил, теперь подровняю ямку. We'll be right back.
дырочки от споттера и небольшие неровности заливаю оловом. Зазоры прекрасные, работа с металлом закончена. Устанавливаю фонари и бампер. Моя работа закончена. Замененные детали одного цвета с машиной. Владелец покрасит только крыло. На эту работу ушло 10 часов. А на сегодня у меня все. С вами был Артур. Подписывайтесь на мои новые видео. Пока!